Только что Министерство обороны сообщило, что 18 ноября в 12:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиции в направлении населенных пунктов Истису и Юхары-Загалы Басаркечерского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Молла-Байрамлы Кельбяджарского района. Кроме того, в 17:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиций азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары-Вейсяли-Физулинского района. Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.